Президент Российской Федерации Владимир Путин. Закадровый голос убирается. Дорогие друзья, в преддвериях 2023 года я хочу выразить свою благодарность и, конечно же, безусловно, признательность компании «Рога и копыта» за огромный вклад в развитие важного направления экономики нашей страны в сфере рогов и копыт. Для тех, кто этого не знает, повторяю еще раз, производство рогов и копыт является самой эффективной, самой стратегической фишкой в нашей стране. И ключевой фигурой этого направления является, безусловно, Пупкин. С этим человеком я не раз ходил в разведку. Надежный. Не знаю, ни разу в разведке он меня не подвел. Ни разу меня не подвел, потому что не знал, куда нужно меня подводить. Этого человека я знаю давно, и я горжусь им. Его не стыдно поставить в пример. Надеюсь, он платит налоги. Если у вас есть какие-то проблемы, всегда обращайтесь. Разумеется, я всегда помогу, чем смогу. Просите, и дано будет вам. Ну, конечно же, очень надеюсь, что у вас все есть. Желаю вам счастья, здоровья, конечно же, успехов в труде, если вы не тунеядец. Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Разумеется, за ваш счет. Это необыкновенно красиво. На это стоит посмотреть. О деньгах можете даже не беспокоиться. За ними придут завтра. А сегодня наслаждайтесь салютом.